Не все выпускники выбирают честный путь сдачи ЕГЭ. В этом году 9 школьников из нашего региона организаторы в аудиториях удалили с экзамена. Этот высокий показатель второй в ЦФО. Обойти ивановских пронырливых школьников смогли только их коллеги из Липецка. Решили воспользоваться помощью друзей или интернета ребята из областного центра Кохмы и Тейково. Одно удаление зафиксировано на экзамене по истории, 2 на сдаче математики. В последнем случае нарушители были выпускниками учреждений среднего профессионала. Образования. Вопрос с каждым выпускником, удаленным с экзамена, решался индивидуально. 6 ивановцев повторно сдадут ЕГЭ уже в этом году в резервные дни. 3 попытают счастье только в 2014-м.